Добрый день, в эфире Вести, Карачаево-Черкесия. В ближайшие 25 минут о самых значимых событиях в республике. Синими, желтыми, новенькими автобусами, а также каретами скорой помощи была наполнена главная площадь республики сегодня. Ключи от нового транспорта вручил глава. Каких результатов Адыгейхабльский район достиг в сфере образования в уходящем году, рассказали на подведении итогов в Старокувинске. 10-й ребенок появился на свет в семье Татаркуловых из поселка Заречный в канун Нового года. Теперь у Мурата и Дианы 6 девочек и 4 мальчика. Подарили праздничное настроение и подарки. Представители регионального отделения КПРФ поздравили детишек республиканской коррекционной школы первого вида. Сегодня глава Карачаево-Черкесии вручил ключи от школьных и городских автобусов, а также карет скорой помощи. Мероприятие прошло сегодня на центральной площади Черкесска. 15 школьных автобусов, 12 карет скорой медицинской помощи и 6 городских автобусов. Ключи от новеньких транспортных средств Рашид Темрезов передал образовательным медицинским организациям и перевозчикам. Удобные школьные автобусы позволяют осуществлять доставку воспитанников на учебу и домой. Транспорт медиков оборудован всем необходимым для оказания неотложной помощи на месте. Особые большие слова благодарности нашему президенту и правительству. А так, конечно, традиция очень классная. Самое главное, что это комфорт и удобство. В первую очередь для детей, для водителей, для оказания медицинской помощи, скорой медицинской помощи. И я сам вижу, как за несколько лет изменилось и оборудование внутри скорой помощи. Сами школьные автобусы. Пассажирский транспорт. Транспорт, тем более он новый, всегда выгодно. И дети, я думаю, что в таком транспорте будут себя намного уютнее чувствовать. Все бригады скорой помощи Карачаево-Черкесии переходим из класса А санитарного транспорта на специализированные автомобили класса Б и класса С. Что это дает? В первую очередь это дает возможность оказания качественной помощи фельдшерам скорой помощи пациенту в самый нужный момент. Потому что первые полчаса, час времени, который необходим для оказания медицинской помощи, он оказывается чаще всего в машине скорой помощи. С января ожидается повышение и индексация пенсии. Некоторые категории граждан получат выплаты досрочно. Как это будет проходить, нам рассказала заместитель управляющего отделения социального фонда по Карачаево-Черкесии Ирина Тамбиева. С 1 января 2024 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,5%. В Карачаево-Черкесии это повышение получит 87,5 тысяч неработающих пенсионеров. В среднем увеличение пенсии составит 1300 рублей. Средний размер страховой пенсии по старости возрастет до 18 800 рублей в месяц. Но следует отметить, что индексация будет для каждого пенсионера индивидуально и будет зависеть от размера уже получаемой пенсии. Также будут увеличены на 7,5% пенсионные права будущих пенсионеров, поскольку они зависят от пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты, которые также будут увеличены. Также пенсионеров республики ждет перерасчет федеральной социальной доплаты, поскольку будет увеличен прожиточный минимум пенсионера с 1 января 2024 года. Он составит 12 359 рублей, и чьи пенсии составляют менее указанные суммы и плюс различные компенсационные выплаты, то указанным пенсионерам будет также произведен перерасчет федеральной социальной доплаты, чтобы общий совокупный доход, пенсия и меры социальной поддержки составляли не менее прожиточного минимума пенсионера. Планируется досрочная выплата пенсии в декабре за январь 2024 года. Это коснется некоторых категорий,
чьи даты доставки приходятся на период праздничных дней. То есть получатели пенсии через банк, чья дата доставка по графику 8 января, получат пенсии до конца текущего года, то есть до 29 декабря. То, что касается получателей пенсии через почтовую связь, для них выплата пенсии начнется с 3 января и будет осуществляться согласно графику почтовой связи в праздничные дни. В Адыгейском районе республики за 2023 год отремонтированы 6 образовательных учреждений, созданы 12 точек роста. Представители района успешно участвовали в различных региональных и федеральных конкурсах. Это и многое другое было озвучено в Старокувинске во время подведения итогов года педагога и наставника. Подробности у Артура Мкце. Ученику Малообозинской средней школы Артуру Тукову 2023 год запомнится как минимум одним знаменательным событием. Он вошел в число победителей всероссийского конкурса сочинений с работой на тему «Чуткое сердце». В ней юноша рассказал о своем любимом учителе через восприятие методов преподавания. Вы не представляете, насколько это радостно за то, что у ребенка получилось. За то, что он сделал, было оценено достойно и что он... это смог сделать. Это очень приятно, радостно. И ощущение гордости за своего ребенка. И что он приходит ко мне каждый день в класс. И что именно ему я объясняю какие-то вещи, которые он слышит, потом чувствует. И получается вот такой результат. Учительница и ее воспитанник были приглашены на итоговое мероприятие, посвященное году педагога и наставника в Адыгейхабльском районе. Дом культуры Старокувинска в этот день посетили представители руководства регионального Минобра, депутаты республиканского парламента, а также сотрудники педагогических коллективов, то есть те, от кого во многом зависит, насколько грамотным, человечным будет подрастающее поколение. В марте месяце в нашем районе стартовал год педагога и наставника. Быстро пролетело время. Огромное количество мероприятий, в которых вы приняли участие, это не обошлось без дополнительной работы в ваш адрес, с которой вы с честью справились. Министр образования и науки республики Инна Кравченко поблагодарила педагогов района за проделанную работу, назвала достижения Карачаево-Черкесии за тематический период, рассказала о дальнейших планах в год семьи. Я считаю, что это продолжение года педагога и наставника, поскольку каждый родитель для своих детей является и учителем, и наставником, и другом. Дорогие, любимые мои коллеги, позвольте в преддверии нового 2024 года пожелать всем нам побед во имя мира, добра, любви. Любви к детям. Одной из тех, чей труд в завершающемся году был отмечен, победитель конкурса профессионального мастерства среди преподавателей Лилия Дохова из аула Адыгейхабль. Для меня это огромный опыт, это возможность показать не только себя, но и свои возможности, а также узнать что-то новое, интересное. Юные артисты поздравили педагогов и гостей мероприятия с завершением тематического года, исполнив музыкальные произведения и танцевальные номера. Артур Мухце, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево-Черкесия, Адыгейхабльский район. Ну а сейчас время рекламы, а после продолжим. С 23 декабря в Кисловодском цирке премьера новогоднего шоу «Дикая планета». Авторские декорации, головокружительные трюки, разнообразие животных и яркие спецэффекты погрузят вас в мир снежной сказки «Дикой планеты». Оптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте приданое для невест. Постельные принадлежности, одежда, диванteки, полотенца и многое другое. Приглашаем розничные магазины для сотрудничества. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. Действуют новогодние скидки. Черкесск, улица Октябрьская, 321-Б. Телефон 8-929-860-80-36. Черкесск, встречай! С 29 декабря по 8 января цирк морских котиков и морских львов Белиссимо представляет потрясающую программу. Информация на сайте циркбелиссимо.ру. Оптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте приданое для невест. Постельные принадлежности, одежда, диванteки, полотенца и многое другое. Приглашаем розничные магазины для сотрудничества. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. Действуют новогодние скидки. Черкесск, улица Октябрьская, 321-Б. Телефон 8-929-860-80-36.
Черкесск, встречай! С 29 декабря по 8 января цирк морских котиков и морских львов Белисимо представляет потрясающую программу. Информация на сайте циркбелисимо.ру. Новогодние скидки продолжаются в магазине «Ветские меха». Скидки до 50% на все и даже в рассрочку. Троллейбусная остановка на кругу, город Черкесск. Самое время. Время избавиться от катаракты. Время видеть мир красивым, ярким и полным чудес. Хватит откладывать. Лечение катаракты в клинике 3Z. Подробности по телефону 8 800 533 9082 и на сайте 3z.ru. Черкесск, встречай! С 29 декабря по 8 января цирк морских котиков и морских львов Белисимо представляет потрясающую программу. Информация на сайте циркбелисимо.ру. Экономьте с умом! Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8-938-333-920. Все о выборах в России мы расскажем вам подробно. Разобраться в них несложно, важно, честно и удобно. Где узнать все о выборах? Накалилась обстановка. Деду не найти листовку. Принесли ее вчера. Отвечайте, детвора. Это дело ваших рук. Открываем ноутбук. Расскажу вам по секрету. На просторах интернета есть о выборах ресурсы. Сайт открыл и сразу в курсе. Данные о кандидатах, выборов, места и даты, результат голосований избирательных кампаний. Ух, как все технологично! Убедиться можно лично, в интернете посмотрев на портале ЦИК.РФ. Выбирать в стране свободно. Важно. Честно. И удобно. В редакцию на абазинском языке государственной телерадиокомпании «Карачаево-Черкесия» требуется на постоянную работу журналист со знанием абазинского языка. Требования. Грамотная речь, как устная, так и письменная. Творческий подход к работе. Коммуникабельность. Обращаться по номеру 8-928-390-38-89. В прямом эфире мы продолжаем информационный выпуск. В канун Нового года в семье Татаркуловых из Прикубанского района родился 10-й ребенок. Для семьи это большая радость, ведь детей здесь очень любят и растят в атмосфере ласки, добра и семейных традиций. Альбина Курачинова-Кенжева побывала на выписке и узнала, кто же родился 10-м – мальчик или девочка. Мурат и Диана Татаркуловы счастливы в браке, живут в поселке Заречном Прикубанского района и воспитывают 9 детей. В канун Нового года семья пополнилась еще на одного человечка. Родился мальчик, 10-й в семье, всего 6 девочек, 4 мальчика. Родить 10 детей – это, конечно, непросто, тем более в наше время. Она молодец, что говорить. Вот. 10 детей – это, конечно, счастье. У нее беременность несколько сложная была, но с честью вышли. Вот. И 10-й ребенок, мальчик. Это для республики, конечно, большой пример для того, чтобы равняться на них. Глава государства ранее отмечал, что многодетность, большая семья должны стать нормой и образом жизни. Сегодня, когда в государстве неоднократно обсуждается вопрос увеличения численности населения, Путин подчеркивал об этом говорят и все руководители, об этом говорят все старейшины фамилии. Сегодня родить 10 детей и их воспитывать – это по-хорошему геройский поступок. И я очень хочу пожелать этой матушке, которая сегодня занимается детьми в большей степени, чем наш брат, здоровья, исполнения ее желаний, и чтобы мы всегда имели возможность радоваться успехам этих детей. Диана Татаркулова всех детей родила в роддоме Черкесска и благодарит за поддержку весь медицинский персонал. Очень хочу поблагодарить всех врачей этого нашего замечательного роддома. Наурузову Земфиру Магомедовну, Риму Юсуповну Чотчаеву и Малсугенову Марину Хасановну, у которых мне посчастливилось родить 10 детей.
Ребятишки с нетерпением ждали выписку своего братика. Избиваясь с ног, мчались, кто же первый увидит новорожденного. Говорят, по очереди будут нянчить малыша. Рада, что у нас родился еще один братик. Его зовут Амин. Ставшие еще раз новоиспеченными родителями советуют всем не бояться заводить побольше детей, ведь сейчас и государство дает поддержку молодым семьям. Медперсонал уверенно говорит, что семья Татаркуловых вернется сюда еще за 11-м ребенком, чтобы укомплектовать свою личную футбольную команду. Альбина Курочинова, Кенджи Ахмат Чучаев, Ринат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов сообщил, что 400 ребят, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, получили подарки от членов правительства, сенаторов, депутатов Госдумы и парламента республики. В числе участников всероссийской акции «Елка желаний», которая прошла в Карачаево-Черкесии, были ребята из школы-интерната, детских домов, социально-реабилитационных центров, детки погибших сотрудников республиканского МВД, пограничников, участников СВО и из подшефного Старобельского района. Накануне подарки вручили воспитанникам социальных учреждений республики, и сотни детских улыбок заискрились счастьем и радостью. Пусть так будет всегда, и пусть наступающий 24-й год будет для наших детей по-настоящему добрым и радостным. А каждый ребенок растет в заботе и любви, будет здоровым и счастливым, отметил Рашид Тимрезов. Для наших следующих героев любое торжественное мероприятие – это не просто праздник, а возможность лучше узнавать жизнь. В Республиканской коррекционной школе-интернате при поддержке регионального отделения КПРФ прошло театрализованное представление, на котором побывал и наш корреспондент Артур Мхце. Магия новогодних чудес захватывает все большее число людей. В Республиканскую коррекционную школу-интернат первого вида пришли, можно сказать, друзья. Представители регионального отделения КПРФ здесь частые гости. Постоянно помогают подшефным, чем только возможно. Карачаево-Черкесское отделение является кураторами этой коррекционной школы на протяжении многих лет. Мы по возможности принимаем участие в проведении мероприятий этой школы, помогаем с подарками на Новый год. Вот. При обращении руководства школы мы изыскиваем средства партийные, спонсорские, чтобы помочь этой школе. На этот раз за праздничное настроение отвечали сами детки и их наставники. Они выступили в роли сказочных героев, которые должны были помочь Снегурочке спасти волшебные часы, а затем танцами и играми зажечь новогоднюю елку. По словам руководителя коррекционной школы Заримы Качкаровой, мальчишки и девчонки через такие мероприятия познают жизнь. Мероприятия у нас не просто к Новому году или к другим праздникам. Мы их проводим еженедельно. По любому предмету, по любой там неурочной деятельности. Дети постоянно со своими учителями должны это познавать. Это дает развитие речевой деятельности, это корректирует их речь, это формирует их речь. И, конечно, они узнают жизнь больше и больше. Около наряженной зеленой красавицы десятки счастливых, довольных детских лиц. Их настроение передалось и взрослым. Те с нескрываемой радостью и удовольствием дарили подарки, вызывая у ребят еще больше восторга. Артур Мхце, Михаил Каракелян, Вести, Карачаево-Черкесия. В рамках ведомственной акции «Дед Мороз» специального назначения сотрудники управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии поздравили с наступающим Новым годом воспитанников детского дома в микрорайоне Московский. Заместитель начальника регионального управления Росгвардии по военно-политической работе Виталий Павелица выразил признательность коллективу социального учреждения за неоценимый вклад в воспитание детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Росгвардейцы подготовили для ребят праздничную программу с Дедом Морозом и Снегурочкой. Дети участвовали в увлекательных конкурсах, читали стихи, пели песни, танцевали. А в завершении каждый ребенок получил приз и сладкий подарок. Также росгвардейцы ответили на вопросы ребят, которые затем рассказали гостям о своих достижениях в учебе и спорте. Приближается Новый год, и большинство людей задумываются о подарках. Хочется, чтобы они не причиняли вреда здоровью и не наносили ущерб природе. Именно такой подарок сделали представители регионального отделения некоммерческой организации по охране окружающей среды «Биосфера» детям с ограниченными возможностями здоровья. Председатель этой организации, член Народного фронта Азамат Ужахов, подарил коллективу социального учреждения «Мой ангел» живую елку. Главный символ Нового года послужит украшением новогодних торжеств.
торжеств, а после завершения праздников при наличии благоприятных погодных условий елка будет высажена в землю и обретет новую жизнь, говорят организаторы акции. В очередной раз, проезжая мимо рынка, вот это в декабре было буквально, я увидел кучу этих срезанных елок, в кавычках, которые так называемые живые, они на самом деле уже не живые, они живыми уже никогда не будут, они мертвые, погибшие елки. То, что эта торговля продолжается, то есть хотя говорим из всех, как говорится, утюгов, что это запрещено, за это санкции там огромные и так далее, за это штрафы большие. И что это вредит природе и так далее, и так далее. Ну, как говорится, вот ситуация такова, ну, какая она есть на сегодняшний день. И вот хочется эту ситуацию переломить, поменять, чтобы у людей само отношение к этому вопросу поменялось. То есть живая елочка – это вот на самом деле живая, настоящая елка, вот она. Она в горшке, она с закрытой корневой системой, с земляным комом. Спасибо вам большое. Конечно, елка приносит радость, праздничное настроение у нас поднялось. Детки будут рады, будем наряжать, украшать и вокруг него плясать. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов сообщил, что до конца этого года на курорте Домбай введут в эксплуатацию 17 километров горнолыжных трасс. С привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов на территории курортного поселка обновили и расширили 16 километров существующих спусков, а также построили новую трассу. Ввести в эксплуатацию горнолыжные трассы планируется уже в этом зимнем сезоне. Новые горнолыжные трассы оборудованы всем необходимым для спортивного отдыха. Спуски оснащены системой безопасного катания, которая включает в себя знаки предупреждения и защитное заградительное оборудование, позволяющее избежать отклонения спортсменов от маршрута во время спуска. Кроме того, на объектах выполнена инженерная защита склонов трасс для предотвращения эрозии. В настоящий момент проект находится в высокой степени готовности, завершаются работы на одном из участков. 17.30. Смотрите наш информационный выпуск на канале «Россия-24», а полная картина дня после 21 часа с Русланом Джубкаевым. С наступающим вас новым.